Письмо, которого не было, письмо без чернил и почерка, и слово в пустом конверте. Здравствуй, мое одиночество, лети, мой дом самолетами, спешит в машину стремительно, и я сняла все короны твои. О Боже, как удивительно, слов нет. Подходит Тёма и говорит: мама, мне делать нечего. Я говорю: ты вообще бессмертна, что ли? Нет, не могу. Я истосковалась по вам, да. Я уже думала, 30 лет поиграю, хватит. Зачем больше? Нет, ну нет, послушайте, это не кокетство, нифига. Это не кокетство, я действительно говорю то, что думаю. Но не получается замолчать. Это прекрасно!